В Сабуровском лесу сегодня сборник грибов, а мусора. В городском округе продолжается месячник благоустройства. На этот раз сотрудники Красногорской городской службы очищают лесную зону, которая граничит с жилым комплексом «Пятницкие кварталы». И близости это не идет на пользу чистоте. Увы, завсегдатаи этих красивых мест оставляют после прогулок и пикников немало бытовых отходов. Каждый год много мусора, поэтому тут мы этому привыкли, уже не удивляемся. Бытовой, конечно, все это, и большегрузы здесь, если здесь где-то что-то останавливается, то бросает. Люди не приучены к чистоте. Эта зеленая зона еще и стихийный склад для старых шин. В КГС винят дальнобойщиков и убирают в лесу как могут. Но глубоко в чащу не заходят. Это уже подведомственная лесхозу территория. Близко к дороге и вдоль тропинок убираются по максимуму. Вдоль Пятницкого шоссе идет еще и опиловка кустарника и веток. Первую неделю, которую мы занимались уборкой, у нас был участок в селе Ангелово. Там, соответственно, дорога от Мичина Ангелова, улица Центральная, там тоже в лесной местности тоже проводили примыкающие к дороге, тоже лесопарк, проводили тоже уборку. На нашей территории все субботники проводятся силами МБУ и управляющих компаний. Управляющие компании на своей территории убирают, а все остальное это, соответственно, МБУ КГС. 15-20 работников Красногорской службы направляются в различные уголки от Радненского. Раньше на субботники с охотой выходили еще и местные жители, но сейчас от них требуется посидеть дома.